بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن بعض الآداب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. поговорим о некоторых правилах поведения. الآن عند التثاؤب الإنسان يكظم ما استطاع، يضع يده على فيه، لا أصنع هكذا ويخرج صوت أيضا، لا То есть поговорим о такой вещи, что касается зевоты. То есть когда человека настигает зевота, он должен удержать ее по мере своих возможностей и также прикрыть рот. То есть не так, что открывает рот, издавая какие-то там звуки, да, при этом. Потому что это от шайтана. Не должен так открывать человека рот, не закрыв его, не прикрыв его рукой, издавая при этом какие-то звуки. То есть должен положить, закрыть рот рукой. Постараться удержать эту зевоту, насколько это возможно. Что касается, когда человек чихает, чихание, то есть после чихания человек должен восхвалить Аллаха, сказав «Альхамдулилля». И если ты услышишь, что твой брат после чихания сказал «Альхамдулилля», скажи ему «Ярхамук Аллах». А он, тот чихнувший, должен ответить «Яхдикум Аллах Ас-Сахбараку». «Тахфам». Выучить должен. «Туаллим Ас-Сира». Обучить этому своих детей. «Тукафио». Если сказал «Хаал Атас» и сказал «Альхамдулилля», то ты ему кафе, хотя тшаджа. Дари ему какие-то подарки, то есть если ты увидел, что маленький чихнул и сказал «Альхамдулилля», подари ему что-то, дай ему что-то, то есть как бы награду.